Доброе утро, коллеги, доброе утро, крымчане. Сегодня мы поговорим о хамсовой путине. Это такой период жизни города, когда на прилавках, на рынках появляется большое количество хамсы, уже нагулявший жир, вкусные хамсы. Сегодня мы поговорим о хамсовой путине с нашим гостем Виктором Шагановым, кандидатом биологических наук, доцентом кафедры водных биоресурсов и морекультуры Керченского государственного морского технологического университета. Виктор Викторович, доброе утро. Доброе утро. Виктор Викторович, насколько я знаю, в вашем университете вчера прошел праздник хамсы. Это ежегодное такое мероприятие, когда преподаватели, студенты готовят различные блюда из хамсы. Хамса, наверное, такая универсальная рыба, из нее можно приготовить что угодно, да? Да, вчера, вы правы, вчера у нас было традиционное мероприятие, уже ставшее традицией в нашем университете, под эгидой «Рыба – это все». Так называемый хамсятник. Вот, очень яркое, интересное мероприятие, значит, в котором принимали участие и преподаватели, и студенты. И таким брендовым таким этапом этого мероприятия было изготовление и дегустация самых разнообразных чудесных блюд именно из хамсы. Вот. Ну и плюс к этому еще были также различные стенгазеты по этой же тематике. Хамса, как вы сказали, это наша керченская, исконно керченская рыба. Вообще говоря о хамсе, надо сказать, что это рыба широко распространенная у нас в Черном море, в Средиземном море, в Азовском море. И именно говоря об Азовском море, и речь идет именно об азовском подвиде хамсы. То есть для керчан это самая традиционная рыба, промысел которой начинается именно осенью в октябре, в ноябре. То есть момент похолодания, момент очень сильных северо-восточных ветров. Это, в этот момент именно азовская хамса она набирает нужное количество жира, то есть до 14% и более. И в этот момент она приобретает очень высокие вкусовые качества. Значит, очень удобно ее вести ее промысел, поскольку она идет через Керченский пролив, который является сам по себе достаточно узкой акваторией. И вот в этих местах она облавливается основными и кошельковыми неводами. И именно в этот момент она, значит, в массах у нас появляется на наших рынках. В последние годы, будем говорить так, начиная с конца 80-х годов прошлого столетия, значит, на фоне общего экологического кризиса в Черном море, сюда нужно отметить, во-первых, это интенсивное использование рыбных ресурсов, то есть перелов, проще говоря. Далее загрязнение, плюс к этому вселение в Черное море новых агрессивных видов животных, в частности грибневиков, которые подорвали кормовую базу промысловых рыб, в том числе и хамсы. Ну и кроме этого, начало и продолжение экономического кризиса, в итоге которого был разрушен наш рыбохозяйственный комплекс, в частности Крыма. Вот, все это привело к тому, что, во-первых, уловы хамсы стали падать, они стали нестабильными. Во-вторых, качество хамсы, которое поступает на рынок, в связи, опять же, с тем, что были нарушены, опять же, технологические процессы обработки, приемки рыбы, все это привело к тому, что качество продукции она упало. И это мы сейчас на себе, в общем-то, очень сильно ощущаем. Керчан также очень сильно волнует нерегулярная и поздняя путина. Да, то есть, кстати, да. Виктор Викторович, немножко у нас позже, да, похолодало в этом году, да. И хамсы еще пока мало. Когда керчане уже увидят вот эту самую вкусную хамсу на рынке? Ну, это не первый год у нас такая картина, то есть в этом году как бы это очередной этап. Ну, безусловно, это связано с потеплением климата. Вот, наблюдаем это уже не первый год. И следует отметить, что именно резкое похолодание – это один из факторов, который позволял хамсе начинать собираться в промысловые скопления и выходить из Азовского моря. Ну, это было в прошлые года. Сейчас мы такого не наблюдаем. Мы видим, как погода у нас играет. То есть похолодание перемеживается с длительным потеплением. Вот. И в связи с этим хамса, она меняет свое поведение несколько.
То есть таких массовых скоплений, какие были раньше, она не образует, и поэтому мы видим этот итог, опять же, на наших рынках. То есть хамса нерегулярно появляется. Вот. Говорить, что ее нету, нельзя, то есть хамса есть, вот она остается промысловым объектом, важнейшим промысловым объектом в Черном море, но опять же в связи с этими вот факторами экологическими, вылове, да? Да, значит, плюс экономические элементы, я уже говорил, значит, все это ведет к тому, что мы имеем вот такую картину. Угу. Вот. Таким вот образом. Спасибо большое, Виктор Викторович. Будем надеяться, что в ближайшее время хамсы на прилавках станет больше. Я передаю слово коллегам. Приезжайте в Керчь пробовать керченскую хамсу. Спасибо вам. Большое спасибо, Катя. Желаем вам хорошего дня, добрых новостей. Напоминаем, на связи был керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Екатерина Рябова.